Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Гис Самара из Магнит Косметик на Революционной гостинице Камильфо. Вот такой большой. Ну, мы несколько раз уже отсюда снимали. Недавно мы отсюда репортаж вам показывали. Я хотела просто показать вам скидки на парфюмы. Удивительные просто скидки. Вот, посмотрите. Не буду ничего говорить, буду просто показывать цену. И парфюмы вот по карман, все видят. Versace, желтенький. Miyake. Ой, как он мне нравится, друзья. Такая нежность, просто нежная нежность. 49% скидка. Asaki. Что-то отсвечивает. Чтобы было видно, показываю. Какая цена была и какая сейчас. Сальвадор Дали. Очень красивая крышечка. Вот они ее поставили. Видите? Какая прелесть. У нас такой есть. Вот такая скидочка. Видите, сколько он стоил? И какая цена. Ацелот Эбель. Недавно мы купили. Там такой пузырек красивый. И посмотрите, какая цена. Вы видите, какая цена? Говорят, за границей его уже практически нет. Дали по таким ценам. Дальше. Здесь вообще скидка 69%. 69% скидка. Вот такие скидки. Но остальное показывать, как все везде, неинтересно, я думаю. Хотя здесь вот есть голубая светская львица. Встречается редко. Но это сбоку обычно у них такие бюджетные стоят. Ну, еще покажу вот эту вот. Ну, внизу, как везде. И вот это вот еще. Это, по-моему, Бракар. Да, это Бракар вот это вот внизу стоит. Посмотри, вот это вот. Нет, что-то другое. Не Бракар? Сержанеро. Вот, посмотрите, Сержанеро. С какой большой скидкой. Ну это какой розовый пузырек будет? Желтый? Непонятно. Ага. Вон какой. Сейчас, подождите, у меня отсвечивает. Немножко поверни, у меня цветочек. Это будет сиреневый, наверное? Сиреневый. Что-то мы такой вообще не встречали. Ну, по-моему, это сиреневый, который квадратный, так 55 миллилитров, нет? Не знаю, он, видите, закрыт. И вот такая цена. Не... Вот нет. Такая цена. Ну, друзья. По нотам похож, по описанию. Ну, друзья, небольшое видео вам в скидках. Всем пока. Не забывайте подписываться. Привет-привет из Самары. Пока. Ну, друзья, мы пришли из магазина и решили вам показать, что мы там еще и прикупили. Вот, взяли вот такой вот увлажняющее средство, да?
с блестками. После загара там или летним. Но летом стоит немерено сколько? 350, ты говорила, да? Ну да, я видела 350. А сейчас стоит 149. И вот срок годности у него все хороший. Поэтому мы 2 года еще, да. Зимой поэтому на Новый год можно. Можно на Новый год. Классно. Вот я помазала руки. Вот я не знаю, вот у меня все руки в блестках. Вот прям блестят, переливаются такие. Тут золотистые. Золотистые, прям все руки в золоте. Ну, открой секрет, у меня таких еще есть 3 бутылька. А мы разве не показывали? Мы, по-моему, показывали их. Нет. Вот, ну я не знаю. Вот так вот видно их. И вот они, даже когда высыхают, да? Да. Вот они вот все вот так вот поблескивают. 7 days. Так что лето не за горами, вы не расстраивайтесь. Оно придет, как всегда, вовремя. Оно с ней ушло. Вот. Ну, все лет... листики зеленые. Ну, холодно, конечно, но листики зеленые на деревьях. Ну, короче, мы решили взять. Ну, очень давно я такие охотилась на них. Вот сейчас по 149 стали. Теперь у нас есть. Давай дальше. Вот. Еще вот такой вот. Если вы там внимательно смотрели, где я показывала старца большие скидки, за Сальвадор Дали стояла еще вот эта вот коробочка. Неведомая зверушка для нас показалась, и мы решили Иммануэль взять. Иммануэль Унгаро, итальянский парфюмчик. Мы вообще не представляли, что там. Мы даже не знали. Я думала, что там что-то розовое, потому что сладкое. Ну, пинк написано. Pink, и да. причем посмотрели про грантику в интернете. Там малина. Ну да. Ирис. Давай читай что-то. Вот такой пузырек. Вот. Но мы уже открыли, потому что не терпелось нам посмотреть, что уже там такое. Сейчас здесь я вам прочитаю. Нажимается. Верхние ноты. Юду, розовый перец, груша. Распыление. Средние ноты. Роза, малина, гиацинт. Вот я сейчас гиацинт слышу. Базовые ноты. Ирис, сандал. И розовый перец вначале. Ну и вот, и как раз это вот... Ирис тоже пляшет. Получается... Малину не слышу. Ты отойди, а тут смотри, какая тень. Это я. Ну что же делаешь? Вот. Как раз для ранней осени... Мне пойдет. То настроение все портит и портит и портит. Даже в магазине, даже Магнит Косметик. Сменились продавцы и... Да там какая-то вообще хамка. Хамло хамлом. Ну хамка такая злая. Ладно, я вот снимала, да, мне как-то я на нее внимания не обращала. Но там несколько женщин, она испортила настроение. Дочка говорит, она на них так... Накричала, да. Нарычала, да, что они бедные. С таким лицом что на кассе, бедные ушли, ничего не купили. Все твари, она бедная, несчастная. Вот дело тогда, знаешь, что... Так что вот я одеваю эту сладкую, приятную... У меня вот нет сладости почему-то. Гиацинтовую водичку на себя. У меня вот нет почему-то сладости. Я думала, будет сладость, а мне... Ну, он не сладкий, он такой... Даже какая-то мята есть, как будто бы. А потом... Есть, да, такой даже, вы знаете, конфетное пралине немножечко. Груш, а гиацинт. А потом усаживается. Все, усаживается, все чувствуется. Берил кукольно усаживается, так да, ненавязчиво. Да, да. И... Ну, что, такая хорошая и штука. Приятненько так настроение немножечко поднимается. У меня обычная такая поднимается. Штука, у нас, кстати, ненавязчивая. Вот такая куколка. Дочка ее выиграла. Где-то там... Какой-то... Ну, выиграла. В каком-то конкурсе, и это автор, сама, авторская, да, делает, да, девушка. Девушка делает вот авторская куколка. Шьет их, вообще не представляю, как там она их... Решили вам ее сюда тоже, да, для настроения. Ну вот, а дальше дочка купила себе тоже, вот видите, слышите у нее какой голос, настроения нет. Вот она себе решила купить вот такой парфюмчик. У нас, кстати... Да, не было никогда у нас Кельвин Клейн. Ничего нет. Знаете, надо просто... когда-то, ага, начинать. Я увидела вот эту закрытую вот эту коробку, думаю, а что там вообще? Не было тестера. Да. А нам же интересно. Пошла сегодня после работы, зашла в другой Магнит Косметик. Чисто случайно. Без денег, значит. Я туда захожу, смотрю, стоит тестер, вот такой пузырек. Брызнула я на блоттер. Угу. Цитрусы мне, значит, ударили в нос. Думаю, понятно. Сейчас я
И брызнула еще на запястье руки. Сейчас, и что вы думаете? Фокус пока шла до дома, он мне так раскрылся на запястье этой руки, что я поняла, что вот я займу денег, но я без него жить не буду больше. Тем более осень, настроение. Да, и пошли купили. Настроение, люди все злые, ходят кругом. Не портят. Ну вот знаете, такой аромат, вот просто на бумажку его причем, нанести, ничего нет, не поймешь. Ты не говори, что мы купили за такую цену, что ты там... Мы купили со скидочкой. Ну со скидку, но все равно, извините, у меня не было таких денег. Но деньги... Да, не было. Ну не 300 рублей, конечно, вот. Но со скидкой, не за 3000. Почитай, какие там ноты. Вот. Скидка, правда, уже заканчивается, мы успели. Так, верхние ноты сицилийский бергамот, розовый грейпфрут, лист красной смородины. Средние ноты как кактус орхидея и базовые ноты ваниль, амбра и красный кедр. Никогда не видела красный кедр. Угу. Где он растет? В общем, это аромат из разряда моей, вот у меня есть любимый антошлёссер белый. Вот как раз, да. Вот из разряда таких, то есть он один, допустим, когда распыляешь, потом его носишь, и на всех он по-разному. Кого-то он, для кого-то он замыливается, говорят, что какой-то мыл, для кого-то мужской одеколон. А кому-то томно садится, например, как мне, и усаживается так вообще, и становится таким романтичным. Ангел-шлоссер белый, да. Да, и вот он этот тоже так же, да, у меня садится. Как рок. Для ну девушек, да, он считается как... такой, да. Ну, да. Вообще какой-то северный, как будто такой аромат скандинавский, вот не приравнивают. Чистый, да, чистый на... северный. Сравнивают вот с Норвегией. Это да, этот я бы тоже бы отнесла к северному. Да, это северные ароматы. Финляндия, Норвегия, да, они. Да, и вот это вот мне вот очень нравятся такие. Ну, не каждому, конечно, подойдет, но мне вот прям. Ну, вот такие у нас покупочки небольшие. Всем пока-пока. Заходите к нам еще. Всегда рады вас видеть. Да, будем делиться будьте своими здоровы. Радостями, покупками. Осень наступает, настроение нужно чем-то подниматься. Там уже собака хрюкает, ругается. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь, не забывайте. Ставьте лайкосики. Пока-пока. До новых встреч. Привет из Самары.